Всем привет, ребята, меня зовут Алеандр, и добро пожаловать в Мопио. Сегодня у нас сходка. Если ты хочешь, чтобы на моем канале выходило побольше сходок, обязательно поставь лайк. Но вот эти ребята попали в ролик, так как написали много хороших комментариев. Если ты напишешь много комментариев, то тоже обязательно попадешь в следующий выпуск. Ну что же, потихоньку-потихоньку сейчас попробуем прокачиваться. Нужно как-нибудь набрать побольше массы, есть тут много-много других и дракончиков, и всего остального. Нашего, так сказать, наших союзничков. Тут и росомахи, вот эти вот снежные драконы, просто нереально крутые у нас сейчас они стали. Давайте попробуем чего-нибудь все-таки покушать. Мне тут предлагают, чтобы я побыстрее качался. Сейчас я, конечно же, попробую прокачаться, попробую я скушать все вот это. Это вот добро, честно нажитое, которое мне очень необходимо для того, чтобы набирать массу. Еще чуть-чуть мне нужно вкачаться для того, чтобы хотя бы потихонечку, но приобретать возможность кушать вот эти вот всякие разные, друзья мои, яички, всякую разную вот эту вот вкусняшку, которая тут у нас есть. Ну, поначалу мне нужно хотя бы съесть, попробовать грибочки. Поразбивать грибочки нужно, и потом уже стараться кого-нибудь съедать. Ого, тут у нас есть один еще моржик. Может, мы моржика с вами съедим? Да, моржика мы с вами скушали, поднялись немножечко в эволюции. Скорее всего, что он был не наш, потому что не было ни аиксиков, ни аиксиков у него, и поэтому я его, друзья мои, скушал. Если бы он был наш, он бы, скорее всего, добавил AXL в свой ник, и мы бы тогда с ними играли, и мы бы его не уничтожали. А так получается, что он не добавил AXL, скорее всего, что он не наш союзник. Ну что же, вот их здорово. Теперь я уже докачался до пингвинчика. Мне можно теперь до пингвинчика уже кушать много-много всяких вкусняшки. 3 кусика мне дают делать и няша. Наша. Спасибо большое. Спасибо большое. Привет всем. Хай всем. Ребятки, еще один сейчас кусик я сделал. Все, спасибо большое, ребятки, больше мне не нужно. А то меня тут сейчас еще лисеночек может скушать, который не нашинский. Так, друзья мои, нужно как-нибудь попытаться подняться в эволюции повыше, потому что тут много-много, друзья мои, есть тех, которые против меня, оказывается, еще играют. И чтобы мне подняться в этой вот эволюции, говорит, кусать, да, я сейчас попробую покусать, но не получается пока кусать, не выходит кусать. О, один кусик мне дают делать наша. Большое спасибо тебе. Большое спасибо для начальной прокачки, это очень-очень хорошо. Так, лимончик же сразу мне дал прокачаться. Сейчас еще разочек, он меня, наверное, уже вкачает. Ничего сеньки себе. Ребятки, я уже стал большим-пребольшим. Ого, я уже росомаха. Я уже до росомахи. Ребятки, тут меня буквально за несколько секундочек докачали. Просто нереально, нереально круто, ребятки. Нереально круто. Кусай еще вот тебя, да. Еще вот нам еще один кусик дает мне сделать. Один игрок, и ты, и лимончик. Ничего себе, тут максимально, конечно же, пока что лимончика больше всего масса есть. Скорее всего, из-за этого он меня и прокачивает. Так, вот это вот сейчас мы с вами попробуем скушать, чтобы он нам не мешался. Осторожно, тут вот Арсений еще один кусик дает. Еще один наш с вами союзник один кусик мне дал. Елки-палки, ребятки, кусай я мини говорит. Ладненько, спасибо большое. Сейчас я по бурьку прокачаюсь до монстрика, до снежного дракончика. И буду тогда уже всем раздавать направо-налево. Одного другого покусали, одного другого обратно, того другого кусаю. Ого, ничего себе, тут мне нужно водички ему дать. Немножечко побольше водички, чтоб ему дал. Я сейчас я скажу спасибо за вашу прокачку. Ничего себе, Арсений меня укусает. Арсений, ты что делаешь? Ты что делаешь? Не надо меня кусать. Спасибо, ребятки. Спасибо всем большое за прокачку. Спасибо вам большое за вашу массу, которую вы только что мне подогнали. Большое спасибо, ребятки, всем. Так, ладненько, мы с вами пока что попробуем кого-нибудь еще, возможно, покусать, кого-нибудь еще, возможно, слить. Сейчас я чуть-чуть побольше еще восстановлюсь. Вот здесь вот мне нужно ромбиком остановиться для того, чтобы поднять полностью себе эволюцию и поднять полностью свое здоровье. Давайте мы еще один кусик сделали. Круто, вот я уже докачался практически до снежного большого, прибольшого дракончика. Так, давай еще разочек я кусану тебя, если получится. О, спасибо, дружище, спасибо всем. А X100PL мне тут тоже подошел. Все по кусику дают мне делать, все дают по кусику делать. Алкусай Ямини говорит, тут у меня тоже как же ник, не могу прочитать. AXL есть коронки, но называется. Давай я тебя тоже еще разочек укушу, если получится. О, спасибо большое, ребятки, спасибо всем большое. Спасибо всем большое за прокачечку вашу, друзья мои. Если бы вы меня не прокачали, я бы, конечно же, не смог набрать аж столько же массы, и не смог бы я здесь прокачаться. Теперь я буду играть за снежного вот такого дракончика, и мы с вами теперь можем поедать всех остальных. Мы сможем охотиться на кому хочешь, сможем мы их уничтожать. Ну что ж, друзья мои, давайте мы отправляемся с вами на поиски приключений. Сейчас мы прокачаем нашего вот этого саблезубика. Иди, мой маленький саблезубик, это у нас Матвей, да? Сейчас мы попробуем Матвеечка прокачать, почему-то он не прокачивается. Его, наверное, просто ударили, он боится, чтобы его никто не слил. Осторожно, друзья мои, тут нужно, правда, ходить. Ну что же, AX100PL мне, как обычно, сливается. Спасибо большое тебе за свою массу. Сейчас он потихонечку будет сгорать. Я его буду кусать и заберу его всю массу. Я надеюсь, что у меня будет теперь побольше.
он как раз-таки понабирал массы. Возможно, он не хочет за снежного этого дракончика играть, а возможно, он за кого-то другого еще хочет поиграть. Ну, не знаю, посмотрим, ребятки, за кого он придет. Он сказал, что он еще разочек придет, и посмотрим, за кого тогда он уже будет играть. Спасибо большое за твою массу, и теперь меня уже у меня 1,5 миллиона массы, друзья мои, есть. Теперь я могу своих чучелочку прокачать. Можно сделать, можно дать 3 кусика. 3 кусика сделайте, ребятки. О, привет, еще псих. Псих. Подождите, потому что я тут кого-то принял, по-моему, ребятки. Кого-то я принял, а у кого-то я отклонил. Сейчас, подождите немножечко, чтобы мы с вами хотя бы не слились друг с другом. Психаюшки. Посмотрите, какое скопление, огромное скопление снежных драконов. Это просто круто. Ребятки, посмотрите, сколько нас здесь много. Просто огромное, огромнейшее количество вот этих вот снежных дракончиков. Это очень круто. Лимончик тут у нас тоже с кем-то батлится. Тут ребятушки периодически батлятся. Можно, в принципе, нам попробовать с психом, например, посражаться, если получится такая у нас возможность, если он примет батл. Да, он написал go-go тогда, лады. Давайте попробуем сейчас. Подожди, да не тебя, я не тебя. Ёлки-палки, не получается пока. Псих, наверное, уже не придет. Он просто-напросто слился. Хочет слиться мне, отдать мне свою массу для того, чтобы я потом кого-нибудь прокачал еще другого. Ну, тоже, конечно же, хорошо, что хотя бы на самом начале пришел уже вечер. А, он вечер, точно. Он, по-моему, либо из Казахстана, либо где-то из Восточной России. Потому что у него очень много сейчас... не здоровья, а у него очень много сейчас времени. Вот, сейчас уже вечер, поэтому, скорее всего, что он ушел. Ему нужно было уйти, поэтому он ушел. Ну, большое спасибо в любом случае за прокачку. Давайте мы 2 кусика дадим сделать... нашим союзничкам. Ой, это Дима, Дима, осторожно. Осторожно, Дима, чтоб я тебя случайно не слил. Еще и хочет Максик тоже, чтобы слиться мне, да. Ну давайте мы попробуем с ним тогда батл устроим. Он тоже сливается. Сейчас я спрошу, ли он придет еще. А X-Макс мне сливается и пообещал он прийти. Возможно, он выберет какое-то другое существо и потом придет сюда. И мы поиграем. Давай, приходи, приходи. А, он еще не знает. Окей, ладно, гоу тогда. Посмотрим, придет или он не, или не придет. Он говорит, что ему просто-напросто надоело, поэтому он уходит. Спасибо большое за массу. В любом случае, за, не знаю, сколько он мне даст, но, наверное, миллиончик где-то массы, я думаю, что он мне должен подкинуть. Мои снежные дракончики теперь побольше массы будут иметь. Спасибо большое тебе за твою массу. Так, спасибо большое. Вот, и обязательно приходи еще. Если ты не придешь, тогда я буду, наверное, прокачивать кого-то из других своих друзей, которые тут тоже уже не пришли. Спрашивают, или в видео попадет. Да, конечно же, попадет в видео. Обязательно попадет в этот ролик. Ну что ж, неплохо, ребятки. У меня уже 3,65 миллиона массы. И теперь мы попробуем прокачать еще каких-нибудь наших двоих ребят. Или троих. Так, 1 кусик. Не-не-не, Макса, не сливайте. Еще 1 кусик. Ну-ну-ну-ну-ну, не сливайте, ребятки. Во-в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 о
Так, ребят, сейчас мы с вами немножечко еще отойдем, потому что нужно поесть водички. Так, у нас псих обратно же пришел. Вот, он мне сливается. Сейчас я попробую его, друзья мои, забрать массу. Нет, не получилось у него забрать массу, но в любом случае, по-моему, тоже наш игрок ее чуть-чуть забрал. Алкусай, мне обратно же еще один мой игрок предлагает. Но зачем мне это уже, дружище? Большое спасибо. Я уже нормально прокачан. Теперь мы можем идти где-то дальше еще играть. Не-не-не, Матвей. Осторожно, ты че это, а? Ты че нашего Матвея трогаешь? Друзья мои, тут какой-то снежный-присинежный дракончик трогает нашего Матвейчика, а? Вот мы с вами качнули лимончика нашего. Теперь попробуем еще кого-нибудь качнуть. Там видим, что у нас батл получается. Алексис Ютубер тоже еще подошел. Круто. Вот у нас еще и Катя тоже есть. Давайте мы Кате один кусик дадим сделать, чтобы она немножечко прокачалась. Давай, Катя, прокачивайся и приходи обратно же к нам играть. Так, ребятки, у меня получается очень мало здоровья. Нужно как-нибудь попытаться его восстановить. Это полностью все здоровечко. Круто. Вот обратно же мой игрок. АЛ он у нас есть. Он здесь уже играл вместе с нами. Алексис Ютубер тоже вместе с нами подошел, играет. Мы сегодня будем с вами все вместе играть. Ого, друзья мои, тут, по-моему, кто-то с ником АЛ либо АИКСИК был, да, а кто же это такой? Это у нас монстрик какой-то, или он не АИКС, не АЛ? Ребят, я что-то вот не увидел, какой у него ник был, если честно. Не-не-не-не-не, ребят, это не он, елки-палки, ребятки, да что ж такое, Матвей мне сливается, что ли? Матвей мне, наверное, сливается, а, ребятки, нужно валить отсюда, валим. А то там у нас получается Лилия СЛ, она у нас монстр, она у нас очень злой монстр, и она нас может слить с вами, осторожно здесь нужно быть. Осторожно, чтоб Лилия нас не слила, потому что если она нас сольет, будет очень и очень печально. Нужно попытаться как-нибудь от нее немножечко спрятаться и убежать. Давайте мы пониже тогда отойдем и просто по всей карте
карте немножечко мы порасходимся еще. Так, нужна вода. Мне нужна вода. Лимончик тут кого-то уничтожил. Лимончик кого-то уничтожил. Просто красавчик. Кого-то он побил. Так, ребята, мне нужна водичка. Дайте, пожалуйста, мне водички. Кто может? Кто может кусочек водички какой-нибудь? Пару глоточков водички. Сейчас, спасибо. Ой, осторожно, случайно я его. Случайно своего я зацепил. Не обижайся, пожалуйста. Не хотел я тебя случайно зацеплять. Ой, прости, Дима. Дима, я не увидел. Не увидел, что это Дима, ребятки. В нике просто-напросто... не увидел, что у него там есть AXL у Димы. Постараюсь своих не есть. Дима, давай я тебе тоже один кусик дам сделать. Давай, кусай. Кусай, кусай, кусай. Давай, два кусика делай даже, пускай будет. Дима, 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 кусай. Один разочек. И сейчас еще разочек он укусит. Дима, кусай. Да не ты, не ты, не ты, не ты, не ты. Вот ты, давай, Дима. Так, подожди, ты же, по-моему, не наш, да? А вот Дима как раз-таки, по-моему, и наш. Так, осторожно, ребятки. Тут было, меня свои слили, получается, говорит. Угу, ничего себе, нашего одного союзника слили свои. Это очень и очень печально. Плохо, что сливают своих, друзья. Не надо сливать своих, пускай они живут. Они же тоже ваши союзники. Если что, они смогут вас защитить, если будет такая необходимость. Давайте чуть-чуть еще водички мы здесь попьем с вами. Совсем немножечко попьем водички. И потом на этом, наверное, продолжим. Наше путешествие с вами продолжится. Давайте еще два кусика кому-нибудь дадим сделать. Осторожно. Так, осторожно, иди кусай меня. Давай я вот тебе дам два кусика сделать. Один кусик. И теперь, наверное, сейчас еще один будет кусик, да? Или не будет этот вот еще один кусик? О, наконец-то. Наконец-то пришел. Ай-яй-яй, еще и меня зацепил. Ёлки-палки, друзья мои. Зачем же ты меня зацепил, получается, а? Зачем же ты меня зацепил, дружище? Я же с тобой играю. Так, ребят, тут неудобно на этих вот дракончиках играть, если честно. Очень неудобно батлиться, получается. Очень неудобно. Сейчас мы с ним попробуем разобраться, с вот этим вот другим существом, которое тут тоже подходит. Вот, он, не знаю, что это такое, но, ребятки, но он меня укусил. Я его укусил, обратно же меня тут зацепили. Я его укусил, он меня укусил. Это просто жесть. Ребят, тут обратно подошел какой-то вроде наш, один наш с ником АЛ. Тут лимончик подошел, и сейчас все вместе будут его выносить. Ой, осторожно, только бы не своего. Блин, ребятки, по-моему, мы своего только что слили. А нет, это не мой был. Ёлки-палки, ну вернее, слили-то моего, но это был какой-то другой вражеский йети. Вот такой вот. Но это не йети, а получается... белый этот дракончик. Белый воздушный дракончик только что слил нашего союзника. Ё-моё, как же было, друзья мои, печально и обидно, что он его слил. Просто нереально, друзья мои, обидно. Вот, хотел бы я, чтобы они все были живы и вместе мы продолжали играть. Но не получается, друзья. Просто-напросто их сливают. Что ж поделаешь, ничего не поделаешь. Может, нам нужно будет как-нибудь в другом месте в следующий раз сходки устраивать. И в следующий раз мы с вами обязательно тогда уже прокачаемся. В следующий раз мы прокачаем своих ребят и вместе мы поиграем. Сегодня у нас получилась неплохая, в принципе, сходка. Сегодня мы с вами поиграли за вот это вот животное, за крутого, прикрутого нашего дракончика. Вот такого вот воздушного, беленького, такого пушистого дракончика, снежного дракончика. И мы с вами набрали 2, ну было там около 3 миллионов массы. Теперь, друзья мои, у меня 2,27 миллионов массы. Я думаю, что я со временем наберу ее еще побольше. Но это у нас уже будет в новых роликах. Ребята, если вы хотите поиграть вместе с нами на сходках, вам нужно подписаться на канал, нажать на колокольчик и, конечно же, приходить на сходку. И мы вместе с вами поиграем, вместе будем прокачиваться и друг другу помогать. Если будет такая необходимость и будет такая возможность, мы, конечно же, друг другу поможем и друг другу, так сказать, будем друг за друга защищаться. Но это уже будет у нас в новых роликах. Пока что на этом я заканчиваю. В следующий раз продолжим. Обязательно, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, поставьте лайк, кто еще не поставил. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Алиандр. Всем пока!